Всем привет, друзья, с вами Полина, и сегодня у нас в Калининграде очень жарко. Жара продолжается на самом деле прям каждодневно, даже ночью не происходит никакого облегчения, знаете, от какой-то ночной прохлады, возможно, еще потому, что у нас квартира на 5-м этаже. Папа предполагает, что днем нагревается крыша, а ночью она начинает давать тепло, в том числе и в квартиру, поэтому духота невероятная. Мы с мамой совершили замечательный променад до почты, потому что мне пришла посылка от Ирины с канала «Оставайтесь в креслах». Сегодня я вам ее покажу. Огромное спасибо Ирине. Она смотрела какое-то последнее из моих видео, где я упомянула о том, что мне очень хотелось бы получить Антонию Байетт, и предложила отправить мне ее. По ощущениям, когда посылку получила, понимаю, что здесь еще одна книга. Тоже есть предположение, что это, но все равно радостно. Мне такое ощущение, что я не могу сейчас производить какой-то контент интеллектуальный, поэтому это будет просто распаковка, может, немного моих рассуждений. В целом из-за жары вообще мозг отключается. Сегодня вечером я еду на море с ночевкой, надеюсь, что это спасет меня, и я вернусь наконец-то в строй. Ну, а там уже осталось всего лишь 2 рабочих дня, понедельник, вторник и отпуск, а я этому безумно рада, я уже очень-очень хочу в отпуск, и в отпуске уже надеюсь для вас снять какие-то разные ролики, может попробовать какой-то формат, который до этого не пробовала, должно быть достаточно интересно. Вы уже видели небольшие кадры, как мы с мамой прогулялись до почты, какие-то красивые калининградские домики. Вообще нужно отметить, что у нас очень зеленый город, как мне кажется. Многие туристы или многие гости города, которые приезжают, кто переезжает к нам, говорят о том, что действительно очень зелено. Я за это люблю Калининград, потому что в каждом дворе какие-то клумбы, что-то зарастает плющом, очень много старых домиков немецких, какие-то 5-этажки, хрущевки, все равно они какие-то уютные, домашние, родные. Может, потому что город, конечно, уже родной для меня, я с самого детства здесь живу, и это район как раз, в котором прошло мое детство. И знаете, я еще ловлю такие странные фидбэки. Я переехала в ту квартиру, где мы жили, когда мы были маленькими, ну, с сестрой я имею в виду, и все эти какие-то яркие детские впечатления от прогулок, от каких-то дворовых перепалок, открытий, они как-то накатывают на меня, и от этого становится и грустно, и приятно, и я получаю большое удовольствие от прогулок просто по району, потому что он действительно с огромным количеством воспоминаний у меня связан, именно детских. И вот мы немножечко прогулялись, повторюсь, до почты, я сняла вам памятник Пушкину, мне он очень нравится, и там еще замечательная клумба в форме книги, и перо стоит в чернильнице. Достаточно приятное такое место, но из-за того, что очень душно и очень жарко, поснимать себя на улице не удалось, потому что, мне кажется, я была просто как какой-то очень-очень потный человек, и смотреть на меня было не так уж и приятно. Вот, поэтому мы увиделись с вами уже дома. Ну и, наконец-то мы приступаем к распаковке дивного подарка от Ирины. Вообще, мне очень нравится получать посылки. Это всегда для меня какая-то такая радость, очень-очень детская, что ли, ни с чем не сравнимая. О, они еще так красиво упакованы, ребята. Вы сейчас все увидите. О, посмотрите, какая красота. Какая красота. Все очень красиво упаковано. Спасибо, Ира. Это так здорово. Посмотрите, какая красота. Посмотрите. Их 2. Спасибо. Так, собака, не надо ко мне идти, пожалуйста, мне и так жарко без тебя. Так, как это аккуратно распаковать? Первая книга в очень красивой такой оберточной бумаге. Надо прикрыть лицо, чтобы она на мне не фокусировалась, чтобы вы увидели эту красоту. Да. Это роман «Обладать» Антонии Байетт. Я очень рада его получить. Лауреат Букеровской премии. Огромное спасибо, Ирина, что ты решила со мной поделиться этим сокровищем, потому что, к слову сказать, его достаточно сложно сейчас найти. Он не везде есть и много где исчез. Как тут написано, это подлинный шедевр словесного мастерства, авантюрного сюжета, ничуть не уступающий классикам, Стендалю или Джойсу. Ничего себе, на самом деле сравнение с Джойсом достаточно почетное. Роман издавала Азбука. Если честно, я огромное количество отзывов слышала положительных на эту книгу, которые сподвигли меня на желание с ней познакомиться, но о сюжете я знаю очень мало, и все рецензии, они достаточно расплывчатые, и по какой-то причине, несмотря на то, что я огромное количество отзывов слышала моих коллег-блогеров, но я до сих пор не могу понять, про что эта книга. Насколько я понимаю, это что-то будет достаточно детективное, что-то не с замашкой, наверное, на интеллектуальность, а действительно интеллектуальная проза с вкраплениями детективного сюжета, а также еще, как тут написано, даже местами смахивающая на триллер. Мне очень понравилось то, как здесь рассказали о писательнице и как характеризовали ее. Академическая дама. Академическая дама, понимаете? Специалист по английской филологии, сдержанная феминистка, страстная охотница до чтения, королева и святая покровительница всех книжных червей Антония Байетт. От такого шикарного описания автора, мне кажется, невозможно не быть в восторге. Огромное спасибо тебе, Ира, что ты решила поделиться со мной этой книгой. Я так этому рада. И тут, да, тут еще есть открытка. Посмотрите, какая красота. Я не знаю, видите вы или нет. Это диво дивное. Так замечательно, это открытка. На открытке изображена картина тюменского художника. Не знаю имени художника, потому что написано только А. Чумакин. И называется она «В стране чудес». И это так здорово, потому что мой канал называется Polina in Wonderland. Эта открытка очень персонализированная, прям для меня. И она отражает Иру, потому что она из Тюмени. Мой канал называется определенным образом, что перекликается все вместе. Это так здорово и очень-очень приятно. Кстати, Ира пишет о том, что эта книга «Обладать», вы помните, о чем мы говорим, надеюсь, тоже была приобретена ею с Анхола. Я вообще очень люблю букинистику, а у этой книги, несмотря на то, что она достаточно недавно издана, сейчас мы посмотрим с вами, 15-й год издания, уже несколько хозяев было. И это так здорово, очень необычно. Я очень рада, большое спасибо. Эта открытка пополнит мои коллекции полученных открыток. Я их все храню, периодически пересматриваю, иногда использую как закладки. И тут есть еще одна открытка. Она очень надежно прикреплена к оберточной бумаге. Боюсь, что придется разрезать оберточную бумагу, чтобы можно было ее достать. Посмотрите, какая прелесть! Я достала эти дары, шикарные дары. Во-первых, это очень красивая открытка. Просто прелесть. Тут получается две открытки, очень красивые. Наверное, их можно отсоединить, да, друг от друга? Да. Посмотрите, какая красота. Тут получается очень средневековые такие мотивы вот на одной открытке. А на второй открытке, наоборот, что-то даже как будто бы турецкое немного. Очень красивые открытки, спасибо большое. Наверное, в них есть еще какое-то значение, которое я не понимаю, мне кажется. Но, во всяком случае, сразу я не считываю значение. Возможно, что я тупела от жары. Или просто тупела. Но они очень красиво выглядят. Очень красиво. Записка. А, тут целое письмо. Это что-то невероятное. Ирина пишет, что эти замечательные открытки, они входят в серию «Аллегорический фестиваль». Ей они очень нравятся, мне они тоже очень-очень нравятся. И, скорее всего, тут отсылки к этому. Но Александр, единственный Александр, которого я знаю, это Александр Македонский. Но я не могу понять, мне кажется, что наряд его не очень соответствует той эпохи. Возможно, это какой-то другой Александр. И все они на коне. Спасибо большое, Ира, что ты поделилась со мной этими замечательными открытками. Возможно, когда же распадет, я смогу понять, к чему отсылают эти образы. Но в любом случае они прекрасны, очень красиво. И еще Ирина положила мне набор открыток. Я обязательно вам сниму до съемки, чтобы вы увидели. И здесь очень много наклеечек с собаководами. У меня есть собака, я очень ее люблю, я давно уже являюсь собаководом, и это так мило. Эта посылка получилась такая прям для меня, и это так приятно, прям очень-очень радует, и, знаете, прям тепло на душе становится. Получил какой-то привет от старого друга. Еще здесь есть небольшая марка с одуванчиком. Я как раз недавно читала Рэя Брэдбери, и о нем снимала видео, и читала его роман «Вино из одуванчиков», и Ирина пишет мне о том, что как раз эта маленькая наклейка для моего вина из одуванчиков. Небольшой кусочек лета на зиму. И также еще Ирина пишет, что она сейчас читает книгу «Маленький, большой» Джона Кроули, если я правильно прочитала фамилию, по-моему, да. И там есть описание замка, и есть описание оранжереи, и здесь тоже небольшая наклеечка с оранжереей из этого замка. Во всяком случае, наверное, как она себе ее представляет, или эта небольшая наклейка, этот рисунок олицетворяет эту оранжерею, очень здорово. И еще тут набор наклеечек с ребенком. Я представляю себе, что это маленькая девочка, но, если честно, может быть и иначе. Очень милый и приятный. Огромное спасибо, это так здорово, так мило. И еще одна книга, посмотрите, как красиво тоже упакована. Тут ленточка, и, наверное, можно ее развязать. И здесь какая-то букинистика. Боже, я обожаю букинистику. Это букинистика про муми-троллей. Посмотрите, какая круть! Я недавно снимала видео, где рассказывала о своих книжных покупках и говорила о том, что я не знакома с Туве Янссон как с автором «Муми-троллей». И приобрела недавно ее взрослую прозу, и мне почему-то хотелось именно с ней ознакомиться. И Ира в одном из своих комментариев говорила, что она исправит эту ситуацию. Насколько я понимаю, она очень любит муми-троллей. И вы смотрите, какая прелесть. Это букинистика про муми-троллей. Посмотрите, какие иллюстрации. Ой, тут что-то еще выпадает. Посмотрите, это просто невероятная красота. Туве Янссон, «Волшебная зима», перевод со шведского. И «В конце ноября», перевод со шведского. О, это, знаете, прям будет заготовки на зиму. Читать на каникулах будет очень круто. Тут еще закладочка, посмотрите, с цитатой из «Муми-троллей». «Мое пока я здесь», — беспечно ответил Снус Мумрик. Снус Мумрик. Я еще не знаю, как правильно произносятся имена героев, надеюсь, я не ошибаюсь. «Все, что я вижу, все, что мне нравится, мое. Хоть целый мир». Так здорово. И здесь тоже есть послание от Иры. Это, во-первых, букинистика. Я обожаю букинистику, если честно. И это такой, знаете, подарок из Тюмени от человека, который мне заочно очень-очень нравится. И Ирина пишет в своем небольшом послании, которое сюда вложила, что она решила хитро поступить и отправить мне именно зимнюю историю. То есть сейчас достаточно много планов на ближайшее время. У меня, как у читателя, я обожаю планы строить, вы уже об этом знаете. И она говорит о том, что тут эту книгу можно будет прочитать зимой, как раз когда будут какие-то новогодние каникулы. И здесь также входит еще небольшой рассказ «В конце ноября». И Ирина предлагает мне скооперироваться и прочесть его вместе осенью. Это отличная идея, тем более он небольшой, мне кажется. Почему-то мне кажется, что мне понравятся муми-тролли. Не знаю, почему я не познакомилась с ними в детстве, но их так все любят, так тепло отзываются об этих произведениях, что я думаю, что мне должно понравиться. И еще это издание великолепно тем, что здесь огромное количество иллюстраций. Они черно-белые, такие, знаете, чисто из 90-х. Очень часто книги в 90-х так иллюстрировали. Но они такие милые. Я абсолютно не против скооперироваться и прочитать осенью про муми-троллей. Я буду очень-очень рада. Это так здорово, так приятно, это что-то невероятное. Это всегда, любая посылка для меня, это как какой-то лучик света, очень что-то неожиданное, приятное. Даже если я знаю, что примерно мне придет, или знаю о том, что мне собирается отправить посылку, это, во-первых, меня удивляет, потому что я не понимаю, почему людям хочется что-то мне дарить, а во-вторых, это так приятно, не могу поверить. Посмотрите, какая красота. И притом еще все это так персонализировано. Все это прям для меня, понимаете? Это так здорово. Огромное спасибо. Это очень-очень-очень приятно. Я тоже очень хочу отправить Ирине какую-нибудь посылку, но, признаться, я еще из-за работы не добралась даже до тех магазинов, где бы мне хотелось что-то приобрести. Мне хочется, чтобы это было не только про книги. И еще у меня есть некоторая сложность с посылками. Вот знаете, боюсь отправить то, что у человека уже есть, или то, что ему может не понравиться. Хотя, когда мне присылают посылку, мне все нравится. Мне кажется, что человек абсолютно угадал с тем, что отправил мне. Но у меня у самой возникает такой страх, что я могу своей посылкой разочаровать человека. Или отправить ему что-то, что ему не нужно будет в итоге. И всегда прошу, чтобы мне прислали список хотелок, где можно там посмотреть что-то, что человеку можно будет подарить. Но я знаю, кстати, где посмотреть у Иры список хотелок, И есть у меня некоторые какие-то задумки на посылку, я обязательно ее соберу, но боюсь, что уже в отпуске, потому что сейчас у меня из-за работы нет времени, а вот единственные выходные, которые мне выпали, получается так, что я уезжаю на море, а мне очень хочется побывать на море, поэтому с посылкой придется немножечко потерпеть. Огромное спасибо, Ира, огромное тебе спасибо, это действительно такая радость, очень приятно, и я даже не знаю, как передать какие-то радостные эмоции, которые меня... обуяли. Я обязательно буду читать все книги. Главное сейчас не поторопиться и не прочесть зимний рассказ Туве Янссона сейчас. Это, знаете, как будто бы кусочек зимы в эту духоту, какую-то невероятную. И теперь мне хочется читать Антонию Байетт прямо сейчас. В общем, все как всегда. Надеюсь, это сумбурное видео показалось вам интересным. Огромный привет из Калининграда, Тюмени. И, конечно же, особый привет Ире. Ну а мы с вами обязательно увидимся в следующем видео. Всем пока-пока!